Добрый день, уважаемые любители шахмат. Играю на шахматной планете. У нас на доске защита каракан. Е5. Закрытый вариант. Я его недавно анализировал. Очень много. Ну, соперник так и напрашивается на основную линию. Ферзь b6. Конь c3. Ферзь b2 не надо ходить сразу. Поэтому конь c6. Такая сверхрискованная линия для обоих цветов. Здесь надо ферзь e1 ходить, ну, конь b5. Ну, конь b5, собственно, я не знаю, может мой соперник прохер, потому что это первая линия, это, наверное, сейчас показывает 0,8 где-то, а потом компьютер прозревает. Ну, собственно, тут пока все неинтересно, тут у белых три хода, ферзь d2, ферзь e1 и ферзь c1, я все их разбирал в своем недавнем видео по защите каракан. Что мой соперник задумался. Ну да, не все так просто. Фигура лишняя, но она скоро потеряет. То есть ладья лишняя, но фигура может потеряться. Ферзь d2, но b4, тут переход в эндшпиль, после ладья b1, ферзь b1 следует. Совершенно безумный эндшпиль с конем на a8. Такой один на миллион, наверное. Ну, это все теория пока. Здесь ладья c7 и ладья f7. Есть два хода. Ага, слон d2. Я такую не разбирал, по-моему. Но надо защитить на a4. Наверное, конь g7 походить стоит. Ну, конь на a8 подвисает. Сейчас. Вот так он на фигуру напал. Ну, можно конем на b4 побить, но я защищу. А, ну, наверное, надо было побить все-таки. Да, у меня проходная пешка, чего я не побил? Чего я не побил? Ну, я отыграл фигуру, конечно, но что-то... Да, слон d1 такая неприятная идея. Хочет походить слон a4. У меня, если ладью уберу, то и конь подвисает, и... второй конь, если слон a4, он успеет походить, подвисает. А что если... А что если все-таки можно ударить пешку d4? Ну, если он ладья e7 бьет, то я побью и c3 и так далее. Если слон, ну, вот, так у меня ладья b8. Кстати, что я сразу ладья b8 не походил? Что-то я запаниковал. У меня же простой выигрывающий ход ладья b8 был. Ну, сейчас слон c5, если ладья b1, и ладья d1... Что-то такое чудю, если честно. Король f1. Ну, это логичный ход, но я все равно фигуру отыгрываю. Дело в том, что можно было это сделать намного более простым способом. Но у меня все равно сейчас две лишних пешки получается, чем побить. Побил ладьей. Король e3 даже. Ну, вот это возможность мне перейти в эндшпиль. Я могу слона выменять. И теперь слон g6, конечно, и ладей на окончании с двумя пешками должно быть выиграно. По-моему, у меня все намного проще. Потому что пешки идут. Сейчас слон e4. На отход c2 следует. Король e2, c2. Конь e4. Что я вообще не понимаю, что я в этой партии делаю, если честно. Как можно было так подставиться по-глупому, имея две лишних пешки. Ну это ладейное окончание уже совсем может оказаться не выиграно и ничейное, потому что на f7. Ну, такое наиграл, просто не понимаю, как так возможно. Неужели на меня так погода влияет? Ну ладно, я забираю пешку на А2. Другое дело, что он сейчас на c3 заберет, а потом на e4 в произвольном порядке. Ну, пешку А надо двигать. Другое дело, что он может напасть на пешки тех оставшиеся фланга. Ну я так на H7 пешку вроде зевнул. Да. Ну совсем равное ладейное окончание получилось. Ну ладно, попытаюсь тут что-то придумать. Да. Конечно, тут уже мало что можно придумать. Проходная пешка у меня действительно есть.
Перевеса тут никакого нет, g4. Веду пешку. Веду. Он дает возможность так вот перестроиться мне. Он сзади пешки походит, зайдет все равно. Так, ну ладно. Если h6, то я эту пешку останавливаю. Даже шаг дает f3. Но все равно похоже на ничью. Но тут есть свои тонкости, например. Хотя какие тонкости, может король g2, король g3 ходить. Просто стоит на месте. Но он что-то решил изменить позицию. Ну, да, 2 довел пешку. Опасно, тут можно всякие трюки попытаться сделать. Тактически, например, шаг дать. О, сейчас хочу ладья d5 походить. И он попадает в этот трюк. Ну хорошо, отлично. Не ожидал я, что так походит он. О, можно ферзя поставить. Шах. Ну, надо как-то мат ставить. Ой, что времени ужасно мало у меня. Шах. Ну, на g7 и потом на f6. Шах. Мата, какой флаг? Ну, не, ну вообще, все, я иду в доту играть, это невозможно на этой планете играть.